Донна Белемора, сирача, что там еще, какие итальянские слова есть, елки-палки. Паста, пармезан. Сирача обязательно. Моцарелла, песто, пьянко, дринко, минко. Друзья, всем привет, с вами Дискалип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, донна рагаци. Друзьяки, всем привет, шалом. А я не сказал? Друзья, всем привет, с вами Дискалип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, Марат, вроде шалом. Сказал? Ладно, не об этом. Короче, сегодня будет итальянское блюдо номер один, правильно? Итальянцы, пишите комментарии, елки-палки, если что, подсказывайте. А я вам рекомендую настоятельно запоминайте, потому что будет что? Да ты что, ну Марат, Алган Казан. Как бахнем, так бахнем. Короче, макароны все скупили в Одессе, твердых итальянских сортов. Марат прошелся с утра по привозу, выцепил самое вкусное, непонятно что. Но это было что-то породистое, прямо по-любому. Прямо на сердце похоже, да? Нет. Это яблоко, кусок... Яблоко. Заднего части. Вот этой вот? Да. Катя? А. Ты шо, ё-моё? Меня это игривая она сегодня, да? Меня аж покрутило от того, что я вижу. Почти два. Что-то ты это... Да не пали контору, рано утром мы начинаем, все нормально. Я в ренду дал, еще не дал, друзья. Начинаем-то мы рано утром. Этот рендодрин был специально для... Галкиных. Я вот говорю, и у меня потеют ладошки. Ёлки-палки, доехали соуса, Марат. Ха-ха-ха-ха. Ты что? Надо звонить Альберту. Эй, брат, звони. Пусть с собой берет, не знаю, клизму. Готовьте языки. Пусть берет с собой клизму, кожаный... Кожаный... Ты все сказала? А давай по-другому. На. Иди, говори, что приехала посылка. А я, Марат, давай, что у нас там с тобой? Надо рубать, кромсать и через мясорубку делать. Правильно? Понеслась. Что, какое соотношение? Много и чуть-чуть свинины? Можно только с говядиной, ребят. Но я люблю, чтобы немножко посочнее было. Я взял 5, чуть больше 5 килограмм свинины. 2 килограмма... Ой, говядины и 2... И 2 килограмма свинины. Давай бегом, уже гости слетаются. 5 килограмм говядины и 2 килограмма свинины. Кому это интересно? Давай просто приготовим. Давай. Стоит тут, рассказывает, елки-палки. Сам спросил. Ага, короче, лучка мы нарезали вот столько. А это именно примерно неплохо. Морковочка вот такая, то же самое. Ага. Я могу плюс-минус сказать. Где-то на килограмм мяса 2 луковицы и 2 морковки. Смотрите так, если вы дома готовите, плюс-минус. Морковки разные бывают, и луковицы разные бывают, Марат. Ну да, ну, я беру среднее. Угу. Ребята, вы сильно умничаете, мне кажется, это никому не интересно. Елки-палки тоже. Люди, теоретики, ай-яй-яй. Да, вот именно. Есть люди, которые еще и рецепты готовят по вашему вот этому трындежу. Правильно. А если вдруг ты из этого трындежа не выловил коэффициент, пишите Марату комментарий, он на них шикарно ответит, елки-палки. Ты что, я как обычно давно порывался... И наконец-то мы нарвался. На это решились. Да что, на что нарвался? Да приготовить итальянскую пасту в Одессе. А я думала, ты что, елки-палки? Что ты? Катя, что с ней происходит? А? Он долго на это решался. Это весенний... Как это? Обострение, да. Весенний дрыщ, движ этот произошел. Короче, я кидаю все в одну кухню, потом просто... Не кухню, а кучу. Калашматим. Аккуратно, свинина. Тихо. А вы будете эти жилки вырезать, Марат? Ну, я такие основные, да. Надо нам уже муха-пугалку завести. Муха-пугалка? Да. А что, ты нас покидаешь или что? А я что, муха-пугалка, что ли? Марат, а оно влезет? Засунешь, Сережа. Давай, аккуратненько, немножечко делай, чуть-чуть по... Меньше, я понял. Вот я тебе сейчас покажу прямо каким диаметром, смотри, оператор. Мама дорогая, а что ты отходишь? А что? Да подойди людям, покажи, как на солнце выглядят макароны, может, кто не видел. Ёлки-палки, ну это прямо золото, Марат. Твердые итальянские сорта в Одессе, ёшкин ты кот. Прямо мама дорогая. Марат, рано еще ставить водичку, да? Рано. Все, пусть насыщаются одесским колоритом. Так, опача. А я в это время... Давайте я помогу своим топориком. А то, что ты своим ножичком еле-еле душа в теле. Большие жилки, вот, если попадаются, отрезать. Ладно, тогда сам себе помогай. А я потихонечку... Все-таки открою коробочку. Нет уже, жди. Ребята там такое, что просто хочется самому себе сделать вот такую интригу. Я отказываюсь с этой сбиянкой снимать сегодня. Что у тебя там, не привязан этот язык? Что он отдельно от рта живет, ешкин ты кот? А?
Катя, успокойтесь. Вас смотри, же смотрят люди. Яблочко, да? Он показал маран. Смотри, какое мясо. Вам не кажется, что у нас каждый еще хочет то делать? Что-то по воскресеньям она у тебя какая-то странная. Что ты с ней делаешь с субботы на воскресенье? Да я думал, это помогает, а это только наоборот разгоняет, усугубляет ситуацию, елки-палки. Все, Марат, ты, наверное, иди сюда, занимай позицию с этим мясом. А я потихонечку уже заведу мясорубку. Ты тут вообще этих насадок сегодня приготовил? Что мы будем с ними делать? Насаживать. Играться, Сережка. Что-то, ребята, я, короче, этот... Что, растерялся? Туши, мне надо с вами поговорить. Ты далеко? Ты что, мы сегодня итальянское блюдо бахнем? Я только что понял, что бросаю карасей в итальянцы пойду. Посмотри. А так пахнет мясом свежим. Правда? Очень, очень, тут очень, пивоза. Очень, очень, очень. Прямо джин. Марат джан. Да, дорогой. Слышь, а расскажи людям, есть какие-то секреты приготовления этого итальянского блюда? Что важно, что не важно? Или можно так себе? Важно мелко нарезать морковочку, вот как я. Очень важно, да? Да, это важно. Вот такое есть. А ты показываешь, как будто бы Катюня, угомоните смотреть на костер, елки-палки, вам человек дело говорит. Я сейчас покажу морковочку, пусть говорит дальше. Тут есть нюанс, как бы, несколько нюансов. В самом городе Болонья... Я там не был, но мне друзья рассказывали. Евреи? Да. В ресторанах, когда заказывают это блюдо, ага. Там есть два варианта. С томатом и без томата. То есть оригинал считается без томата. Хотя во всем мире это блюдо все знают, делают как... его с томатом. Вот, паста, помодоро. Да, да, да. Маратик, так а мы будем делать сегодня оригинальный или не оригинальный? Ну, судя по тому, что мы купили и я уже открыл, мы будем делать сегодня с томатом. Обязательно, да. Аккуратно, чтобы я не ляпнул. У нас будет очень, очень прикольный рецепт. Так что... Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, и вам аккуратно. Катюнь, я могу ляпнуть. Елки, ребята, кто в белом уже был, все, уже без разницы. Неси продавать свои кроссовки обратно. Что ты говоришь, нам две банки хватит? Здрасте, здрасте, здрасте. Шалом себе передайте в Израиле, себя посмотрите, елки-палки. Эх ты. Сегодня не шаббат шалом. Сегодня уже шаббат шалом. Вчера был шаббат шалом. Сегодня уже рабочий день. Да. Поэтому мы работаем. Вот так хорошо. Так, что, я вот эти да, помидоры? Да, так я и фотографирую. Что? Я думала, так на плече, камера. А, еще и ходит, крутит, короче, этот оператор, мотор, там вспышка. Не, все элементарно и просто. Фильмоскоп. Только руки. Ребята, у меня самая красивая подставка в мире, елки-палки. Он меня не спрашивает, эксплуатирует. Что, братцы, вы подались? Да, о, спасибо. Идем же, я вас проведу. Спасибо. Давай, будь здоровчик. Опача. Эх ты. Так вкусно ты шо, это, конечно. Ребята, чтобы вы нам были здоровы. Капреза по-липовански. Ты шо, капреза, я думал помидоры по-липовански. Погнали, я вас сейчас проведу. Вибрировать до однородной массы? Да, можно даже, чтобы остались какие-то фрагменты помидорок. Все это, я могу это там даже кусочками и полукольцами да, получится. Да, давай, полукольцами. Только не подходите, я могу сейчас здесь фаер-шоу, блин, помидорское. Ну, не, ну мне это нравится, псы. Что? Хватит. Да подожди, тут не все, у нее парочку осталось. Катюня, я сам знаю, когда надо, что. Какой-то художник все-таки в нем. Он даже помидоры как-то делает по-особенному. Ой, да не выдумывайте, Марат, не выдумывайте. Почему я выдумываю? Ты посмотри, да потому что стоит тебе. Баламутит и баламутит тебе помидоры. Кто же мне? Художник. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, 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 ла-ла-
масло. Маратик? Карамысла не хватает. С процент какой? Смотри, обыкновенное растительное с оливковым. Чуть-чуть можно только готовить на оливковом, но не берите дорогое оливковое масло, самое простое, у которого температура горения чуть выше. Мы не готовим в казане, поэтому мы сделаем немножко микс. Мы дадим процентов 30 подсолнечного, остальное будет оливковое. Останови меня на 30% да, растительного. Давай. Все. Слышь, это точно не машинное масло? Нормально все? Ой, красиво, ой, красиво. У нас хорошая, зелененькая, видишь? Ну, блюдо так. Итальянское, поэтому обязательно мы... оливковое масло, ребят. А то итальянцы не поймут и скажут, сеньор, липован. Шикардос. Вы были неправы, а у нас все нормально. С чего начинается? Слышишь, стараньки. Красиво стоит. А что, давай одну закупорим сейчас в масле, а? По-липовански. Эх ты, картина маслом. Марат, давай, я готов. Подожди, дай нагреться маслу немножко. Так казан так нагрелся, что я думаю, что там уже полный порядок. Можно. Ай, брависсимо. А вот ты чувствуешь этот итальянский вкус уже? Еще только, там только оливковое масло, и уже чувствуется уже итальянское. Может, уже готово? Насыпай. Слышь, отсыпь болоньез, короче, вот так вот. Так, что еще? Нам надо половина и половина, правильно? Половина морковки, половина... Вот так вот. Да. Может быть, еще чуть-чуть. Я просто хочу сразу сделать красиво. Инь и янь? Ну как инь и янь? Как получится? Итальянский сыр. Вот так. У нас есть. Да. Пармиджано. Ой. Тихо. Вот так вот. Все. Не такие знаменитые, но очень острые. Я их недавно красиво заточил. И сейчас еще приятнее стало работать. Ой, Катя, ты где? Маратик, а остальные морковка и лучок нам нужны будут тоже вместе? Они тоже вместе. Можно соединять в одну мисочку? Да, абсолютно. Я просто как забочусь, чтобы тара у меня появилась. Потому что действий много. И посуды катастрофически. Ребят, вот эту первую порцию лука с морковкой немножко вот так прижарить, буквально так, чуть-чуть прижарить. Объединить температурами. Ага. Поженить их среди масла. По-итальянски, скорее всего. Да, 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 да. А что? Думал, ты сейчас запоешь свою знаменитую. А какая его знаменитая? Да, итальянскую? Да. Ах ты. Слов не помню. А дальше слов не помню. Коробку, может, откроешь уже? У нас есть время открыть коробку? Коробку сейчас открыть. Нет, мясо, когда поставим, тогда откроем. Катенька, покажи, до какого состояния должен дойти лучок. Первый вот с морковочкой. Вот он поджаренный такой, красивый. Уже припустился хорошо на большой температуре. Марат, все кучей прямо аккуратненько прямо, положить? Прямо аккуратненько. Все. И не мешать? Можно мешать. Ты шо? Он не готов. Если бы здесь нельзя было мешать, я бы и не готовил это блюдо, не согласился бы на это. Ты шо? Такой фарш и не мешать? Это же счастье. Казан универсальная, бесподобная, незаменимая вещь в любой семье. Ёлки-палки. А если ты еще любишь готовить, тогда, ребята... Вам в Афган Казан. Вот тебе телефон, звони, пиши, и будет тебе счастье. Помимо афганских, есть еще и на манганские. А это именно на манганец, оригинальный. Что у меня рук не хватает, елки-палки? Позови кого-то, чтобы поддержали. Особного работника тебе нужно. Я нужен? Нет, ты мне нужен, что ты там делаешь? А что ты там вообще делаешь? Я сельдерейчик режу. Так же миленько, как морковку вот я нарубил, точно так же сельдерей. Все меленько, почти до однородной. Вкуснячая намечается. Ребят, нет у вас зеленого такого. Корень точно так же подходит, но точно так же меленько.
Но он точно так же должен быть? Да. А если нет, то получается... Нету сельдерея, значит, не надо. Тогда получается макароны по-флотски. Нет. Все равно он придает такой очень классный вкус самому соусу. Ой, можешь мне не рассказывать, я его и в уху, и куда угодно добавляю. На самом деле, то, что доктор прописал. Ого. А что это? В смысле? Желтая была. Жидкость какая? Это? Да какая жидкость? Это сок. А тут уже поженились цвета золотистого лука, алой, как закат, морковки. Да она оранжевая, как она алая. Ты хоть знаешь, что такое алая? Вот губы алые, а морковка оранжевая. Ты, балда, ты закатов не видела нормальных, елки-палки. Ага, видела. Вилковские, наверное, лучшие. Ой, Вилкова. Нет, а самый, ну я тут поспорю, короче. Ага, и тот, и тот шикардос. Оставь эти губы в покое. С своими губами сегодня у нее просто что, пипец. Мараджан, я уже могу? Да. Красиво по-итальянски. Это как? Сейчас увидишь. Это вот такой пасочкой. Ну, для Марата же уже все в мире знают, что важно не просто всунуть, а еще и поджарить. А чтобы она поджарилась, мы ее ляпнем на стеночке. Угу, говорит. По-твоему, Марат? Да, да. И теперь размазать это все? Пусть немножечко оно сейчас на стенках кворчит, прожарится, да, чуть-чуть. А потом мы уже это дело и перемешаем. Три немало ты взял? Не-не, а, у нас же там еще, мама дорогая, что? Томаты, конечно, да. Конечно, конечно. Это для яркости вкуса. Ах, как ярко я это все выдавил. Смотри, какая пена. Да, как у чакапули. О, а скоро можно будет готовить. Приготовим еще разочек? Это было так вкусно. Bene, molto bene, bell'amore. Что-то во мне итальянское начинает пробуждаться. Я не знаю, что оно все значит, Марат. Это я могу. Главное, уже я могу уже поближе сюда это пересовывать. Да, какая? Что дальше? Это когда, наконец? Вот. Или вот еще? Сейчас помешаешь все это. Давай, я сейчас чуть-чуть размажу. Ага. Вот так вот. Пусть оно тебе супер жарится. Вам нравится, Марат? Да. Придумаете, что такое? Елки-палки. Захочешь. Это не мы, это итальянцы. Это Марат придумал. А мы просто... Ты что, ты хочешь, чтобы его в Италии разлюбили? Такое нельзя говорить людям. Ох, вам там комментариев из Италии напишут, что все равно все неправильно делаете. Катенька, я... В каждой готовим... итальянской семье делают по-разному. Главное за это долго судя говорить. Потому, что люди повторяют за нами с Сережей рецепты, и у них все получается вкусно, значит, мы готовим все. Значит, правильно. Мы тоже итальянцы. Да. Да, уж за вами повторить рецепт, это я не знаю, как, каким... Как да, это... ребята, вы, конечно, молодцы, особенно те, кто повторяют. Но сегодня проще нету. Видео на полтора часа повторяйте, ребята. Слышишь? Не, ну, блин. Ну, а поговорить. Ты посмотри, как я перемолол, ага. Катюня. Это просто счастье какое-то, особенно вот так вот. Посмотри, да? Какая, я даже не знаю, слышишь, что-то какой-то батут из мяса. Идеально, равномерно. Все, очень красиво. Оставшийся следующий этап. Морковки. Сейчас, мне уже хочется здесь играться и баловаться. Ты посмотри. Ты уже набаловался. Скажи уже мне, а что ты сказал, что во мне художник умер? Может, только что родился? Я сказал, посмотри. Наоборот. Посмотри, что я делаю. Ага. Елки-палки. Вот прям уже гоняю по стенкам. Сработало у нас, видишь? Да, 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 да. А казан бомбический готовить, ты посмотри, этот фарш трусится прямо, я не знаю, вот где угодно. Что ты сказал следующий этап? Всыпать? Да. Чпон. Чеснок и черри в каком виде туда пойдут? Чеснок чуть позже, черри вообще в готовое блюдо. Ты что, хочешь мой навак туда? Это же вино таких в Одессе нет, у меня одна бутылка осталась, но ради такого блюда я могу отлить буквально немного. Сколько да, надо? Вот полбутылочки. Вот прямо сейчас? Нет, чуть позже.
Можешь... морковочки, которую ты сейчас засыпал немножко про бульбик. Боже мой, навак, да, все, сейчас... валим Вилково. Все, что не выльешь в казан, я немножко попью. Налейте ему уже. Ну, я сегодня пить не буду. Хорошо, я запомнил еще свой предыдущий раз. Хорошее. Да не, а помню, Вилково, помнишь, как мы зашли на, в одно место? По стаканчику гаджай именно с подвала, с трехлитровой банки. Мы зашли, а я так, стало... с бабушкой. А, я понял. Ты же ходил этот, как я понял, присматривал себе недвижимость там Вилково. Да, это мы без тебя туда зашли. Но я все видел. Ну, очень хорошо, вкусно, так, по-домашнему, аж уезжать не хотелось. Шикардос. Ну, вот уже пошли, ребята, ароматы. Заметьте, мы никаких специй еще не ложили. Ни соли еще там. А, водичку я уже включил. Правильно. Правильно, пусть нагревает. Пусть она себе булькает. Мы все сварим здесь чуть-чуть. То, что надо будет, мы не будем все 64 килограмма, чтобы купили, подваривать. Будем подваривать по 2 килограмма именно по мере потребности. Да, да, да. Чтобы было свеженькое. Самое главное, что... А вообще я хочу юшечку. Чисто из карасика. Юшечку? Вот именно такая, из царька, уха, да, именно из карася. Из карасика? Именно из карася, ничего Маты. Больше. Ты не понимаешь, Катюнь. Даже представить себе это не могу. Ты его туда жареным положишь? Короче, мы даже попробовать не дадим. У него слова закончились, Марат, представляешь? А мы тебе даже попробовать не дадим эту юшку. Я хотел поделиться радостью, елки-палки. Я что, вызываю вот это вот, как это, на себя струю напора без понятных слов? Жареного карася в уху. Нет, то был борщ с бычками, то другое. А, но это юха. Да, это уха, юшка. Катюня? Что? Хочешь в мягенькое потыкать? На, попробуй. На самом деле это очень приятно. Помешай. А что, ты будешь левой рукой это делать? Ты ж правша была. Ах, Сонька, Сонечка, сели свои перья, а в ледухами пышные. Сонечка готовит макароны. А как я должна, интересно, левой рукой? А я не говорил тебе в это время снимать, я просто хотел дать тебе порадоваться. Выруби фильмоскоп и получи удовольствие двумя руками. А мне жарко тут уже, давай сам мешай. Взяла вот так вот и погнала мешать, погнала мешать. Так что таранечку будете пить с пивом? А, ой, так можем мы посылку от Галкиных уже подсмотреть. Сейчас мы зальем томат, чтобы... Позвони Альберту. Да. Пусть идет. Я же не договорил, скажи ему, пусть берет 2 литра молока домашнего, полторашку кефира, чем-то еще сбиваются, огурцы, кожаные трусы, вазелин, а не, пантенол для ожога, понял? Сразу. Между булок пшикнул, короче, а потом соус, там такой соус приехал, ребят, это просто... Коробка не прогорела, а? Она же могла где-то прогреть и выпасть. Галкин, Владимир, як тебе не любити, Галкин, ты мій. Места не хватает. В руках подержу. Тебе же сказали, томат наливать. Что? Там мне уже не важно. Скажи, я в руках держу его счастье. Да, он держит в руках, Серега, твое счастье, он говорит. Дон Дракон приехал. Но твое счастье держит в руках. Ага. Соус приехал, скажи. Соусы приехали, да. Бери кожаные трусы, одевай и приезжай. Пантанолом сразу между булок пшикни на всякие пожарные, выходи. Я понял. Пердак не порвался. Чтоб не обгорело там, елки-палки. Ты что, ребята, вот здесь не просто соуса, самые лучшие. Да, один из них, number one в мире. Все, 9 родной, всем миллионов. Привет, всем привет. Угу. И вам привет. Короче, он сегодня не может, но он сказал, заедет завтра за трусами, напишет завещание и приедет. Все, тогда и завтра откроем посылку. Марат, Джан, ну что, пора спецэффекты вводить? А? Да. Ребят. И не забудьте поперчить, родненькие. Совсем короче. Совсем мало специй подведешь. Что, вкус должен быть оригинальный? Ну, типа да. Соль, перец, немножко сухого базилика. И, собственно, все. Можно одну лаврушечку, кто любит, бахнуть. Вот одну на казан, это обязательно, гипер важно. Катя, а ты, вот ты не смейся, а лаврушка... Ты еще не услышала. Это ядерный лист, елки-палки. И он сказал, всего должно быть очень-очень. Да, да, это да. Итальянцы готовят. А хорошо, а что делать тогда, кто в маленьком казане готовит? Положить кусок... Половинку отломать.
Просто поводите сверху вот так вот и хватит. Ну да, да, да. Эстеты вы наши драгоценные. Марат, давай сыпай. Сахар, соль. А ну-ка. Чтоб я тебя перцем не прибил аккуратно. И один листочек лаврушечки. Обязательно. Сахарочек. Значит, когда я им говорю, что мне люстру вот тут надо повесить, они мне рассказывают, что ее невозможно там повесить и не нужно. А вот один листочек лаврушечки, сколько тут литров? Катенька. 80? Не все тебя понимают. Ребята, те, кто смотрит не все наши видео, да, там, где мы делаем ремонт, она хочет повесить люстру. Ты что думаешь, что во всем мире интересна твоя вот эта вот... Да покажи свои губы бесстыжие. Я уже сыплю базилик. Поняла? Поняла, что я говорю? Оставь люстру в покое. Тю, блин. Базилика вот половина от вот такой вот пачки. Я пока точно, может, потом добавлю. Кто-то любит вместо базилика тимьян. Тимьян сухой. А я все перчу и перчу. Перчи. Казан большой? Хорошо, да. Да. Ну, не острое, но сам запах этого черного перца должен быть. Все, мешай. Договорились. Слышь, я думаю, что багажник нагревается? Я же гриль включил. Ёлки-палки. Спереди я привык, что инкубатор уже имеет свою температуру, ёлки-палки. А еще и сзади кочегарит. Что-то я не заметила, что у тебя там инкубатор. Ай, какая красота. Ты видишь, как Серега порезал мясо? Прям короче, ничего не видно, но очень красиво. Ничего не видно. Подними наверх, вот прям лопаточку. А Марат уже несет тут. Сережка, сделай ручкой. Сергей, красиво. Давайте я. Сельдерей, господа, по-турецки. Так, все, а теперь же и по-липовански. Есть такое дело. Все, сейчас буквально через минутку заливаем томатом, а я пошел за чесноком. Марат, Джан, слушай, это, конечно, просто песня на таком казане работать. Даже нет малейшего намека при всем том, что он вроде бы на вид агрессивно сейчас работает. Даже нет намека, что он где-то что-то там подпек или припек или прижарил. Ёлки-палки, Тефлон завидует, Тефаль просто нервно плачет. Шикардос. Обалдеть. Сказочная красота. Чесночок. Будем немножко попозже его туда. Я еще рубану его потом немножко мельче. Скажи мне, когда же я смогу уже вино это отправить? Вино уже? Что-то я-то здесь не проконтролировал. А не мало сельдерея? Нет, хватит. Да? Он не должен преобладать вкус сельдерея в этом блюде. Он вот то, что я дал, этого достаточно. Это как одна лаврушечка. А, я понял. Она не только тебя, она и меня сегодня как-то это самое. Это как про розу. Троллит постоянно. Это как про розу тети Сонину, понимаешь? Вот другой лепесток добавь сюда лишний, уже будет не то. А вот это именно комплект. Кудряшка в кудряшку. Ёшкин ты кот. Да, что-то у нее сегодня молодец она. Поливай вином давай, мясо. Вино. Уже? Вот это я понял, откуда фраза «опьянительные ароматы», Марат. Это Марат. От нас пошло. Хватит. Да подожди, ты мне не жалко. Смотри какой. Я за себя переживаю. Я тебе говорю, 20 лет в ресторане, ты меня не уговоришь. Я не хотел сказать лишнего. Ёшкин ты кот. Ровно один в один. Аптека. Выливай томат. Сейчас да я винчики искупаю, ёлки-палки. А то ж будет... О, теперь уже... Я бы сказал хмырь, но нет. Это уже приятная жижа намечается. Вот смотри, как красивенько. Только пары вина испарятся полностью. Это вот. Надо буквально секунд 30-10, 15-20, может 40 максималочка. И пошли томаты. А ну-ка. Боже мой, что на винзаводе готовим. Тихо, отойди, не нанюхай, тебе еще за руль сегодня садиться. Да не надо мне уже никуда садиться, елки-палки.
видишь? Когда вы видели, чтобы он в субботу за руль садился, Марат? Да. А? Аксенка, Сонечка, вот стели свои перины. А бледухами пришлую кровать, ведь нынче кто? Управляет Аманины. Кто-нибудь. И вся Одесса и должна про это знать. Ты говорите, мне не мешаешь, я просто пою. Я понимаю, что вы меня перебиваете. Я уже привык к этому, поэтому на вас не обращаю внимания. Ой, тельняшка сморщилась. Катюня, ты показала, как в Одессе красиво весной? Выйди людям, покажи каштаны. Ну не все, не все. Тебе не надо, выйди до забора и сделай красиво. Идем, я тебя проведу. Ты что, стесняешься? Покажи людям, ну не все же в мире имеют такое счастье. Посмотри, да вот туда покажи королевский каштан, а? Слышишь? Точно на курсы тебя отправлю. Ребята, чтобы вы понимали, это я ее сейчас рукой вожу. Врет. Точно. И не краснеет. Или краснеет и врет. Да не, ну там не бывает. Ну вот я тебя еще раз попрошу. Вот просто верни, сделай секунд так 5, замри. Ну пусть люди полюбуются этой одесской неповторимой красотой. Да на вот тот королевский каштан. Хотя сейчас они все в Одессе королевские. Едешь по улице, по обе стороны, это просто тяжело рулить. Хочется смотреть по сторонам, но ты же водитель. Едешь ты на привоз. Да. Все, Маратик, я пока оператора выгуливал, уже пары выветрились. Так, все до капельки. Катенька, пусти его помышать. Смотри, прям все краски осени. Какая осень? Весна в Одессе. Может, весна, но они как раз похожи больше. Я говорил, что это что? Багровый закат. А. Поняла? А если вот так вот помешать? То что будет? Объединить цвет. Вот тебе будет вот то, что ты Вилково видела. Ребят, вот смотрите сейчас. У нас мясо практически готово, но мы сегодня готовим не мясо. Мы сегодня готовим соус под названием болоньез. Поэтому мы будем его минимум 40 минут еще тушить, 45, иногда час. Можно, ничего себе! Можно час 20. Нам нужен соус, мы сегодня не готовим мясо, а именно соус. Я мясной. Понял, так это можно кушать детям получится. Да, вот на маленьком-маленьком томлении минимум 40 минут. А за это время... Я таки все-таки открою посылку. Опача! Катюня! Иди сюда, я даже не знаю, где у нее вход, где выход. Я думаю, там, где наклейка, это вход. Марат, ты не брал с собой барабан? Ну, чтобы дробь сделать. Барабанная дробь! Ты что, долгожданная заехала? А сейчас раз и не соусы. Что ты? А, походу я один здесь не смеюсь. Ха, Катюня. Марат, тебе пупырышки здесь прислали. Ага. Чтоб ты чпокал. Такие соусы. О. Давай ты их выставлять куда-то будешь? Ты что? Надо бы тебя подписать для какого это места. О! Джалапено. Жапапено. Это мексиканское. Ё-моё. Стеклянное. Я так и помню, что вы ценитель соусов хороших. Тут заехали 25 лучших соусов в мире. Катюня, даже не знаю, надо сделать какую-то... В одном 9 миллионов есть. О, это наш. Все, я ж так и понял. Да не, сейчас будет все красиво, елки-палки. Смотри, Африка, они называются именно Лаос, Джапено, Американ. Давайте их все выставишь, и потом я посмотрю их там поближе. Манго, Тропикано или что это? Таиланд. Блин, это что? Со всего мира лучший соус, бразильский. О, блин, Галкин, я в шоке, у меня аж ледяной... Горой айсберг зачесался. Пипец, я в шоке, я в шоке. Охренеть. Как тут не ругаться, а? Боже, еще о. Один джапан. А вот, видишь, у него эти... Можешь шо? Выставлять по шарикам. Давайте вы выставляйте. Да подожди ты по шарикам, оно будет... Оно само будет выставлять по шарикам любого.
Я тебе говорю. Медиум. Марат, расставьте ему. Он английского не знает. А их здесь точно 25? Я боюсь, он мне потом по рукам надает. Смотри, какие-то наклеечки, разберемся. Это... А, это пробник, понял? Полизал и все. А ну, покажи. И что? Ты дома попробуешь, оставь в покое. Что это еще? Пири-пири соус. Нандос какой-то. Нифига посылка. О, тихо, это лизалки эти сюда вернуть. Так, может, пупырышки нож? Марату. Ты хоть, может, ты читать будешь? Может, там какая-то важная информация? Я все потом оставлю, что же с буквами почитаю. Я потом, боюсь, вдруг тебя в больницу есть придется везти. Так я хоть буду показывать, медиум. Какой бутылочки ты пил. Ты успокойся. Что? А что такое? Это пиво какое-то? Бир. Flavor hot sauce для пива. А, да? А, это то, что я люблю? Нифига себе! Да. Портер, лагерь и па. Угу. И пердаку твоему. Наверное, ну разберемся. Для чего? Это, наверное, вот слышишь, это... А где же вот тот агрегат? Вот это оно. По названию вроде. Нет, меня больше эта картинка пугает. Ну да, опасно для жизни. Какая-то термоядерная... Катюня, держи его двумя руками, ну его в баню. О! Марат! Все! Приплыли, Лас-Вегас. Выезжаем. Что-то или шоколадки, или магнитики, короче. Ну посмотрим, если не кусается, то на холодильник. Я вот это, что тебе говорил, ты понял? Все, валим Вилково, Тёма, мы выезжаем. А, это для... Это хваталка, чтобы у тебя пальцы были живые и у меня нормальные, понял? А ну-ка, как ее тут запечатали, блин. Офигеть, непонятно как, вот так вот. Ты шо, хват для рыбы? Обалдеть. А за что хватать? Марат, за губу. Офигеть. 30 килограмм держит эта штука. А ну, Катюня, выкати, дай-ка я аккуратненько. Ты вот так вот берешь, щуку поймал, всунул ей, и она никогда в жизни отсюда вибрирует. Я не знаю, куда я засунуть его. Марат еще и с кантарем, посмотри. Лошатами и кантаре. Урма гитарой мамой. А, я понял. И тянешь, да? Насколько вытянул, столько и длина. Язык, например, твой, Сережа. Вот твой сегодня надо по-любому, блин, измерить. Итальяно веро. А вот же это тоже, да? Это да. О, смотри. Вот он, Мэддог. Я... Кто хотел, подходи. Это пипец, Марат, 9 миллионов. Смотри, какой брелок, офигеть. Это, убийственная пуля. Это, наверное, это... Это убивает. Контроль не в голову. Сколько мне тут хватит еще и детям оставить? Ты что? Владимир, благодарочка. Вот это номер один. 9 миллионов. Ты что? Бери куда-то подальше. Скажите мне, можно я выключу жидкий камеру без камеры? Сколько? Скажу? Скажи, что? Это пробуешь, а потом в одно место вот это себе засовываешь? Нет, это контроль не в голову тебе. Да? Катюня, ты какая-то... Если ты выжил. Ты какая-то что-то это, блин. Куда тебе все совывать? Это пуля, она тебя не спрашивает. Все. Опача, ножницы. Что-то тут еще есть. А ну-ка. Вот это счастье-то какое. Ну, Галкины. Вот это ты хоть себе что-то ставил? Спасибо. Блин. Это обрезание делать. Ну, лично я уже просто, у меня истерический смех, понял? Я уже так не смею. А еще соуса? Так ты шо? Так как это? А ты не... А я не знаю. Марат. Буба. Бублс или что это? Хаба бублс, блин. Марат, у вас когда-то было столько соусов? У меня было, но не остых. Ё-моё, смотри, один другого здесь вкуснее. Да ты что, главное, чтобы он это не пробовал пока. Сколько соусов? Марат, ну это ты. Без усиков, конечно, но ничего. Вальтер. Красавчик. А вот, смотри, угрюмый перец, а? Это последнее, наверное. Джаляпонец. Джаляпонец. Так, я что-то там профукал, почему? Офигеть, вот оно. Альберт, что он сказал? Ты сейчас кайфанешь. Ты сейчас кайфанешь. Трусики.
Таких у нас еще не было. Это для них надо отдельную веревку. Да нет, это кто пробует, тому выдавать. Я тебе говорю, ты что? А, это сюда. А где тут вход? Это, Леночка, наверное, на меня. Твой выход. А ну иди сюда. Марат, ну подержи меня за ногу. Тебе будет идти по твоей штиблеты. Офигеть, я. Вот это гопак, блин. Марат, дайте ему на кончик. Альберт, твой размер, брат. На кончик языка того. Марат, что ты тебе приехала? Это не тебе. Катя, случилось. Что? Это вам. Наконец-то. Это малышки, я так понимаю. Это то, что мы хотели и никак не могли выбрать какой. Кенгуру. Ага. Ёбы ВГД. Автокресло для папаши. Нагрудное. Смотри, Катюня. А, это вот с этой тумбочкой, офигеть, да? Да. Инструкция есть? Сережа, это для ребенка, это не для тебя. Слушай, а если я так на привоз, если я так на привоз пойду, нормально будет? Ребята, благодарочка, вот просто победили, короче. Да. Ты шо? Мы их много перемерили, она никаких не сидит. Но это я понимаю, что если не захочете, я там соус попробую тут. Да, Катюш? Офигеть. Что даже не знаю, вот это татусики, блин. Слышишь, в этих трусах можно любовницу с собой носить, и никто не узнает, что у тебя там что-то происходит, понял? Аккуратно так. А, я еще задом наперед одел. В твоем случае это не важно. Понятно. Марат, что у нас там происходит? Все отлично, я мешаю. Потихонечку, булькает, все красиво. Так, ничего я не профукал, все на месте. Вот дуже, дякую. Просто я идем считать будем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть плюс шесть, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Доехала полноценная посылка. И это король соусов, убийство любого кого-нибудь. Катюня. Счастье вдруг в тишине. Он, по-моему, спать его не будет. Постучалась в двери. На, неужели ты ко мне? Верю или не верю. Сейчас придет. Так, давай, я же жду. Открывай. Подожди. Это надо. Он, наверное, передумал. Не, может, там в туалете завещание пишет. Я знаю, я же помню, я же уже угощал. Ну, хороший, крепкий мужчина, да. Ты знаешь, да? Падал снег. Так, я их... Еще там сниму пока. Нормально все? Чистенько? Обалдеть. Не, классно, я таких труселей, блин, ты шо? Вот это да. С этим самым, с кружевом, Сереж? Ледяной горой айсберг, я с трусами выплываю. И несет его течение по бескрайним, по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане. Айсберг с речным кораблем, моя. А все на совете. Вот это красиво, Марат! А что ж ты не сказал, что уже просто тут шедевром пахнет? Посмотри. Я иду пробовать. Какая хорошая, приятная жижа. Ёшкин ты кот. Головой, а ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали. Сереж, а ты попробуешь какой-то? Темною водой. Ну что, коллекция? 25 соусов, лучших в мире. Вот это вот считается самый вкусный. Его в Америке все любят. Мэд Дог. Так что, так попробовать или не надо? Вот тот был хороший, который... Тот был не очень хороший. Вот этот вот хороший. Этот? Да, могу угостить. Ребенок хочет попробовать. Какой именно? Наш, он с бородой. Серьезно? Да. Братик, иди сюда. Давай. Иди. Вы уверены? Надо нас обучить. Нужно к еде, наверное. Ну, надо к еде и надо к чему-нибудь такому, чтобы что-то было в руке. Стакан с молоком. Да. Я всегда волнуюсь. А ты, ну, ты же острое любишь? Люблю. Все, здоровенький. Аллергии нету? Ты что? Но это так, для пробы. Да, если надо будет, я могу залить люля. У меня этих соусов есть сколько. Хочешь, выбирай, а хочешь, можем попробовать этот. Я тоже. Да люди его едят, оно просто хорошо себе приятно обжигает. Сам попробуй. О, Андрей пришел. Ёлки-палки, иди сюда, у меня для тебя есть. Скажи мне, а ну дай зубочистку. Марат, одолжи зубочистку. Да капни капельку. Так, ну на палец сразу? Ну капни маленькую. Так подожди, я лучше я тебе добавлю. Возьми две зубочистки. Четыре взял.
Ты что, тоже будешь? Я посмотрю на тебя. Касаешь с головой, а ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои. Да. Так, как там, возраст выигрывает темною водой. Но это, я понимаю, что это соус, а не концентрат. Потому что есть такой же, только концентрат, уже концентрированная вытяжка. А это именно, это должно быть очень вкусно. Все. Будете кушать, я вам добавлю к еде. Выбирай, у нас здесь есть, я не знаю, что ты. Слезка потечем. Да, серьезно? Не, ну острый. Он острый, он должен разгоняться, он должен жечь, немножечко обжигать и все остальное. Острый, но нормальный. Свою работу робить. Да, 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 да. Не, он же он такой благородный, он должен поиграться чуть. Что, и вам дать? Можно раз попробовать. А ну давай еще одну, или хотите, даю, я сразу даю, на, вот, на палец. На вот чистая. Острый, острый. Не, ну, так, чтобы молоко выпивать не надо. Водочки, да? Марат, тебе? Родненький домой, на тебе. Я ж промариную темною водой. А ну-ка, столько не разбегайте. Расскажите, что это такое, чем она дает, да? Ты мне уже давал это. Еще это не давал. Это мэддог, то у меня был другой. Ну что, Марат? Хорошая, конечно. Да. Если а продолжение? Что, Марат? Первый сдался. Стопэ, куда пошел, елки-палки? Трусы здесь, если что. Я водка, если что. Притворяться не буду, конечно, но начало хорошее. Кому, да. Кому избили вообще? Чего Марат убежал? Это... Да, нет, тут они из разных. Марат, что вы там едите? Вот есть еще вот такой вот тоже должен быть вкусный. Какой-то добомб. Но я думал, будет хуже. А да? Это, меня это ты, я тот же самый, который я макал. 90%? Ну, уже буду пизднейше. Где-то да, да, да. 90%. Треба трошки почекати. Ну. Где-то 90%. Кому надо, макни сюда себе, а ну скажи, какое интереснее. Макайте, не стесняйтесь. Не жалей. Вот этот поострее и поменьше уксуса. Слушай, ароматный какой, блин, он как интересный. Он пахнет. Он интереснее, и, да, таки поострее. Ты думаешь, это поострее? Даже острее? Ну, у меня попала да. Туда. На самом... Бомба-песня? Добыло. Добыло. Это пример любого. Шикардос? Блин, это два. Еще 23 вам надо попробовать, так что... Ну, 95 уже. Ты что? Шикардос. Вот этот, который был у тебя, Сережа, Black Death, или как там назывался? Да, да, да. Я его подарил, мы поехали в Вилково, там рыбаки любят остро. Я им оставил полбутылки, блин. Не, да, я ничего там не рыбал. Я вот мы еще раз поедем в Вилково, если там бутылочка осталась, я у них заберу, хотя бы для себя понимать. Причем тот соус занимал второе место из своей линейки, из 10, получается. Он был на втором месте. Там перед ним есть еще один какой-то там убийственный. Ну вот и был хороший. Сколько там был? Да, аж бегом. Фотографируй, снимай видео, делай все, как ты любишь. Да. Сережка, нам надо добавить... Что? Говорите. Чеснок и еще томат в соус. Тут он именно вся коллекция. 25 смотри, самых... Сколько там ебу пишет для референса. Потому смотри, что есть вот такой вот вытяжка, он в виде пасты. Вот там 9 миллионов сковелей. Да, вот такой штуки. Только там маленькая баночка. А это именно в виде соуса. Может, они его немножко растянули. Ебу, СКЮ, как он называется, да? Кого? Не, сковели. Да, 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 сковели. Капсаицины, да, это то, что содержание. И сковели. 148 мл. Но это даже удобнее, потому что вот тот, если берешь, там опасно. А этот можно аккуратненько. Так что и я попробую. По-любому. Второй у меня упал на 92%. Обалдеть. Хорошая пуля, слышишь? И вот это да, вот это да, вот это да. Ты сделал? Да. Shut the hell up. Все, тут есть именно что угодно, короче. На здоровочка. Да, если что, подходите, я цыплю, отолью, все будет нормально. Марат! Качаешься? Паста белладонна готова, елки ты палки, посади сюда, ой, эх ты. Тихо. Шикардос? Ух, я хочу уже. Да все будет нормально, Катюня, уже. Марат, сколько ты говоришь, там добулькало у нас сегодня? Ну, почти 55 минут. Ты что, мы переиграли всех итальянцев просто, у нас есть выдержка, у нас есть все. Количеством точно переиграли. Катюня? А. Еще раз тебе говорю. Покажи, сколько людей ждет. Да вот это количество, это обыкновенная итальянская семья. В каждом доме такое, понимаешь? Они ж так по-братски собираются, поэтому ты так сильно не ляпай, когда ты говоришь о количестве. Может, это еще и не количество. Может, еще и не хватит. 100%. Что, ты уже пармезан притащил? Ну, очень приятно. Я хотел сказать, какое блюдо без королевского сыра. Это как он, да? У нас есть кусочек. Килограмм. Остальное лежит в холодильнике, чтобы мухи не видели. Короче, можешь Марат. Отрезать кусочек?
Пармиджано? Да. Нет. Пожалуйста. Это нет. Это для людей. Катя, у тебя будет потом неправильное... Я могу тебе соуса отлить. Неправильный вкус самого блюда, поэтому не перебивай. Попробуй в оригинале. Да, да. Вы-то куда, Марат, катите, скажите он мне, тебе дело говорит. Ну ладно, он еще. Я же тебе хочу не перебивать вкусом пармезана вот сейчас перед тем, как есть самое хорошо, Марат. Послушай, уважаемого человека. Отрежь от него кусочек, легче будет тереть. Да что ты мне подсказываешь, я знаю. Елки ты палки. Все? А, ну уже снимай, давай. Друзьяки, короче, блюдо готово. Все нормально? Да. Так, сыр есть, ингредиенты есть, зелень ты порезал, это мы по листику добавим, правильно? Да. Шляпы в студию. Блин, что Дон Кихот? О. А мне на груди похоже. Нет, пусть лучше будет Дон Кихот. Так, это сюда, это сюда. Я не знаю, сколько у нас там заказано. Катюня, ты хотела попробовать? Да. Нет, ну это мне много. А мне для тебя, любовь моя, ничего не жалко. Главное, чтобы у тебя как можно дольше был занят рот. Ты точно так считаешь? А? Мне интересно. Короче, мы с ней дома поговорим. Это она сейчас так думает, понял? Я-то уже знаю. И что, ты поймал его взгляд? Да. И у тебя быстренько слова закончились. Нормально? Пармиджано. Боже мой, Катюша, на... Ну, вот давно а так. Сюда надо мед, грецкий орешек, кусочек винограда. Все, веточку розмарина. Сегодня не об этом. Ну что, я нагребаю, Марат? Нагребай. Сестра, пинцет. Тихо. Я, конечно, такой, что я бы все эти макароны как вывалил бы туда, куда надо. Есть такой вариант, кстати, он допускается абсолютно. Я хочу просто аккуратненько так вот сверху собрать. А чем ты собираешь их? Пинцетом. А что, в Италии не так делают разве? Там помогают себе половничкам. Марат, хорошо. А вам не кажется, что на то количество делаешь соуса... Делаешь вот такие вот улики. Мало а мы макарон. Специально не все варили, чтобы она же продолжает вариться в кастрюле. А смотрите, что он делает. Да, он красиво делает, все правильно делает. Елки-палки, Сережка. Ты что? 20 лет я запоминал по ресторанам, как это делается. И ты говоришь. Не, знаешь, он тарелки умеет держать красиво. Видишь, оказалось не только. Да. Ага. И вот так вот на бочок надо, чтобы оно легло. Давай, бочок аккуратненько легло. Снимайся. Направо или на левый? Вот так вот. Катя, ну от твоих шуток только ты одна смеешься. Да успокойся ты уже шутить. А ну ты... даже человеку немножко порадоваться, то, что он делает. А ты достал? Сережа, вот ты Марат, зачем? Я сейчас достану. Давай, я знаю, где что брать. Вот такой бардак, что мама дорогая. Ай-яй-яй, вот. Что ты хотела сказать, Катюша? Ничего уже не хотела сказать. Я понял, вот лучше помолчи. Да, Марат, хватит уже перед ногами тут мне. Вот это все, крутитесь и крутитесь. Ты, это мы с ним нормальные ребята. Ты сегодня что-то не готова. А может наоборот готова? Я ему дома скажу, кто сейчас не готов. Вот это подлива. Он закончит тут здесь готовить, понимаете? И мы быстренько с тобой поговорим. Привет. Привет. О, ничего себе полосатенько. А, тут еще подъехал. Да ладно, да ладно, нифига себе. Это из Германии, да? Ты что сегодня? С Германии, это амба. А Миночка, откуда пижама такая шикарная? Ты что шикардос, прямо мой размер, ё-моё. Дашь померить. Тем трусам, что тебе сегодня подарили. О, такие трусики есть, смотри. Он уже забыл, что он макароны накладывал. Не, а что ты смеешься? С рюшечками еще и новые. Шикардос. Спасибо. Так, это есть. Что я там делал дальше? Ох, суета, на бочок суета, раскладывал, суета. Направо где или налево? Где ты тарелку оставил? Сережка, если мне, так хватит. Так это я тебе, Маратик. О, зато тебе красивее всех. Ему одно. Эх ты. Это накрываем. Маратжан, ну что? Рассказывай, поливать сверху, сбоку, как ты любишь? Гущу сверху, жижу снизу. Жижу а соотношение один к одному? Да, плюс-минус. Вот а, так вот? Да, отлично. Все, немножко жижу. Так, теперь жижу вот это вот по бокам? Да, чуть-чуть, немного. Ну много хватит, хватит, хватит. А зачем ты запачкал бока? Теперь смотри. Чуть-чуть.
Ребята, здесь... Подожди, стой, я не должен пармезана горячее подтереть? Да. Ну, а что ты молчишь? Должен. Да. Здесь у нас зеленый базилик в перемешку с петрушкой один к одному. Угу. На меленькую терочку или на крупную? На меленькую, на крупную. Ой, как красиво. Ой, какие кучеряшки. Какая прелесть, Сережа, ты смотри. Все, 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 все. Да я умею, Марат, мне тебе не жалко, родненький. Давай ты, чтобы ты, как это, чтобы твои усики всегда были с интересом, пробовали вот еду. Чуть-чуть зеленушки, потому что базилик такой, он серьезный. Вот так мы положим вот здесь листик один. Ага. Вот так мы положим. А вы же их куда-то хотели окунать, передумали? Не, не надо ничего окунать. Угу. Все? Вот так. И чуть-чуть сбрызнуть хорошим оливковым маслом. Марат, выбирай. Хорошее десиско какое-то, классико. Сколько? Капельку, буквально вот все. Ничего себе ты даешь! Как ты нарядил красиво, так. А я? Вилку он вам принес? Я пошел за вилками. Столько макарон я еще в своей жизни не готовил. Так, жижа. Это соус. Ой, соус, соус. А мне вот интересно, вы вот тот листик... А как по-итальянски соус будет? Болоньезе. Болоньезе? Это название соуса. Ну, а именно, а сам соус как? Так и будет, я думаю, соус. Марат, а вы тот листик лаврушки положили? Или нет, забыли? Нет. Я сказал, можно. Ты нас обломала вот но это не вот. Не нужно. Да. А, ну, конечно, кто виноват? Прям таю, 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 таю. Ой, они прям тут разворачиваются, слышишь, на горячем? А ну? Катюша. Обалдеть. Вот это же, это magic. Точно. Ну что, мне хватит? Да хватит уже давно. Ёлки-палки, блин. Да я люблю, чтобы это было вкусно. Так, по твоей рекомендации, вот столько зелени. Один красный. Оттори... Я тебе вот так вот. Можно я? Хорошая моя, давай. Давай. О, смотри, как я тебя... Ты видишь, как она меня любит? Угу. Сколько она мне всыпала. Ёшкин ты кот. Ляп, деляляп. Оливковое масло так по кругу. Деляляп, де паста, де помидоры, де томато, мида. Тебе что, жалко? Нет. Ну, так а что ты помолчите, елки-палки? Чуть-чуть. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои чали. Слиплась, ёшкин ты кот. Под темною водой. О, ну так у меня красивее. А ты вилочку только себе взял? А ты не видишь, там вон тебе лежит вилочка. А, извините. Он вошел вот в эту, знаете, роль. Ну что? Перца. У тебя волос во рту торчит. Ничего, я достану, я просто. Да я сам достану. И шо? Чтоб ты про перец молчала. Надо тоже мне, елки-палки. Ложку взять, конечно. Ну. Эй, не брызгай. Или хотя так не получается. Под темною водой. Что там, самооценка, эксперт? Дон Педро, что вы скажете? Я думаю, итальянцы будут плакать, если попробуют. От счастья, что они так не умеют. Как сыр поплыл, обалдеть. Что ж у тебя Слышишь? Как там говорил Дон Корлеоне? Если эти макароны приготовили люди, значит, их таки можно есть. Спасибо, мой друг. Если тебе что-то надо, ты знаешь, где меня найти. Благодарочка. Ты попробуй. Да давай, конечно. Я уже, короче, я не могу. Был в белом, стал в красном. Марат, ну она же, как это, ну макароны же едят, она должна ляпать. Ты посмотри, что происходит. Надо просто с ложкой это есть. Зачем? А ну, покажи. Чтобы не брызгал. Что? Катюня? Это просто какой-то шедевр вилочный. Ёпсель-мопсель. На фоне нашей прекрасной Одессы мамы вот такие макароны, итальянцы. Спасибо, что вы такое придумали, а мы такое исполнили. Что у тебя, Ника, там мусор не знаешь, куда выкинуть? А что это? А, я понял. Положи аккуратненько на стул, пусть полежит. Деликатес очередной заехал. Наши друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас. Начинаем готовить пакет. Фу. Да перестань.
Какое ощущение, что у тебя это там... Весна на улице, Сережка. Да нет, там... Давай. Весеннее обострение. В трусах они на улице, елки-палки. Да не стесняйся ты. Ну а зачем эти спецэффекты? Может, мне нравится. Ну нравится, на пробу, елки-палки. Хотел бы ее попробовать как человек. Она хлюпает и хлюпает там. Что-то... Я пока поем, а вы там поговорите. Что ты его не озвучиваешь? Мне совесть не позволяет. Вот я поэтому голодный, Марат, отсюда и ухожу, понял? Спасибо ей. А у тебя все нормально там? Я уже есть, да, в болоньезе. А далеко пойдешь? Даже на очках у меня болоньезе. Ну я тебе верю, блюдо получилось шикардос. Спасибо огромное. Друзьяки, от всей души. О, я буду иметь, что там слушать. Нет, хана тебе, елки-палки. Нет. Давай же, я сейчас скажу всем до свидос, елки-палки. Уже все, ты нарвалась у меня. Попробуй. Поняла, что тебя ждет? Ладно. О, Алиночка пришла. Алиночка, как дела? Шапка торчит. Да ты что? А нам привезли багажник для живота. Ну, вот этот сидячий. Сейчас будем мерить. Давай. Я вот сейчас попробую в очередной раз макароны и будем начинать. Эх ты. Попытка номер 4. Чуть не завалила все дело. Она уже мне не держится так, как должна держаться на вилке, Катюша. Ну что ты тоже мне? Ну дай тебе разок по губам. А что ты не кушаешь? Все знают, что ты не очень аккуратно кушаешь. Там, кстати, можно притушить. Зовите официантов, давайте раздавать людям еду, все, потому что я уже наелся. Как это там, по пояс сыт. С сегодняшним Катюниным настроением. Давай я тебя покормлю, Сережка, иди сюда. Катя, все. Бери. Нет. Смотри, давай, открывай рот. Сегодня воскресенье, я хотел в ЗАГС. Сегодня, между прочим, я хотел уже в ЗАГС звонить. Ты меня поздравил? Серьезно? Да, с утра. А что, это было не поздравление? Катюня, моя ты хорошая. Товарищ мама, дай я тебя поцелую. Катя, перестань уже, ты сейчас ляпнешь на себя уже. Да ты лучше поздравь всех матерей, Сережка. От души. Выключать? Что там? Школьные барбекюшные немецкие какие-то штучки привезли из Германии. Каминочка. Данкишон. А вот это знаешь что? Нет. Это амба. Вау, что это? Это из манго делается соус. Сухой вот такой? Или он жидкий? Который потом очень любят. А это паста? Любят добавлять шаурму, шаверму, шварму. Марат, я уже понимаю, что вчера заехал соус для шаурмы, и вот сегодня у нас приплыло. Ага. А, я помню, ты помнишь? Приходил парнишка, он работал в Израиле поваром, шварму делали, и он говорил про это, вот как ты сказал? Амба. Амба. Да, это именно на основе манго, короче, создается вот эта вот штука. Да, да. Короче, друзьяки, товарищи, мамы, с праздничком. А ты можешь там пердеть, чихать, что делать, что хочешь. Что? Хочешь сказать, что остро или горячо? Или вкусно? Очень вкусно получилось, очень вкусно. Марат, бесподобно. Я же тебе говорю, итальянцы отдыхают. Да не очень. Блин, насколько сбалансировано все. Соус тут главное, конечно, соус. Кислинка, мясо, все, ароматика, сахарок, ой, елки-палки, еще и макароны. Без лаврового листа. Одного. Ребята, он здесь не нужен. Это лучшие макарошки, что я ел. Благодарочка. Фух. Просто какая-то... А Пикассо был итальянец? Судя по всему, испанец. Да? Нет. Пикассо вообще-то. Пикассо? Ну... Хочешь сказать, что это... Что-то связано с картиной. Вот, да, с губ снял. Друзья, я с души, с хорошим настроением для вас сегодня малевал картины маслом. Марат. Ну, а я там держал холст. Правильно? Всем пока-пока. Чао. Чао.